Аномально низкие температуры не позволили до конца насладиться новогодними каникулами ни горожанам, ни коммунальщикам. Фактически в режиме повышенной боевой готовности работа началась еще 6 января. По сообщению мэрии, без отопления на непродолжительное время оставался один дом. Также зафиксирован один случай отключения электроснабжения. Гораздо больше аварий произошло на сетях водоснабжения. На 9 января зарегистрировано 63 обращения об отсутствии в квартирах холодной воды. В основном аварии происходят в домах с индивидуальными котлами, где отсутствует отопление в подъездах. В настоящий момент работает 6 аварийных бригад и персонал управляющих организаций. При этом у нас еще задействован персонал Гортеплоэнерго. Кто устранять должен аварии? Если это авария внутри многоквартирного дома, то это зона ответственности управляющей организации. У каждой управляющей организации заключены договора на обслуживание с аварийной организацией.